Мы приехали в ресторан, удивительно красивое место. И был очень такой красный-красный закат. Там еще видно лучи. Мы пока парковались, солнышко уже село. Вот какая здесь красота. Чайки летают, здесь какой-то залив. Пальмы. Красиво очень. Это все ресторанный комплекс. Вот огонь среди пальм. Там танцевальный зал. И здесь везде мостики. Беседки, мостики. Это бар, но я тебе говорила, здесь лучше всего. Так, что ты хочешь? Сейчас мы. Вот везде мостики. Так, вот мы здесь устроились. Я заказала коктейль с клубникой. Может, мы еще потанцуем. Идет тепло от этого огня. Клубничная маргарита. Вот, это клубничная маргарита. Там лед в середине. Лед и огонь. Все, буду пробовать. Это ресторанный комплекс Fager's Island. Как говорит мой муж, Fager – это имя. Islands – это остров. А здесь 4 ресторанных зала, танцевальный зал, на каждом углу барные стойки. Здесь очень красиво, сзади меня залив, везде пальмы. Там люди танцуют в зале. И вот сзади меня столики, там еще есть здание, это все ресторанный комплекс. Все в огнях. Вот это вот все ресторанный комплекс. Огромный просто. Вообще, конечно, это удивительное место, этот Ocean City. Мой муж там что-то фотографирует, статую. Вот там статуя. Это ресторан, еще расскажи мне. Fager's Island. Вот это, наверное, есть этот айленд. Вот написано, не прыгать, не нырять. Мы уже зашли на этот островок, и вот не успеваем фотографироваться.
каждой беседке и около каждой пальмы. Вот, девочки дискотеку устроили здесь. Вокруг вода. Очень теплый вечер. Такой ласкающий ветерок. Этот курорт работает 9 месяцев, как рассказал нам один из барменов. Кстати, очень выгодная профессия. Он работает с 7 до 3 ночи. За день успевает и выспаться, и переделать все свои дела. И очень много чаевых. Поэтому Ocean City не затихает в течение целого года практически. Ну, минус 3 зимних месяца. Больше всего мне нравится, что здесь безопасно. Мы сейчас находимся с другой стороны острова. Мы живем на первой линии, она выходит на океан, а здесь залив. Ocean City напоминает такой длинный-длинный язык, который омывается океаном с двух сторон. Чтобы сюда попасть, я уже рассказывала, нужно пересечь несколько мостов. Все, мы идем развлекаться. Всем пока! Так, мы в клубе «Джамайка», показываю металлоискатель. Здесь у меня муж платит за вход $14. И я пока... Ручку положи сюда. Окей. Can you show her how it works? Это если ты захочешь пойти в машину. Окей, thank you. На мне поставили печать. Я показываю, как здесь везде пальмы. Это очень популярное место в Ocean City. Там сразу бар встречает. No. Мне уже здесь нравится. Курить можно везде, где ты находишься под открытым солнцем. Муж говорит, что здесь куча баров, и курить можно везде, где я нахожусь на воздухе. Здесь живая музыка, похоже. Это тот бар, где столики стоят на воде. Привет, это я. Мы зашли в бар. Это какой-то фирменный коктейль. Тут, конечно, выпивки дофига. А ты что, пиво? Пиво, конечно. Муж за рулем. Как коктейль называется? Pain in S? Боль в чем? В жопе. Боль в заднице. Ужас. Ты ж попробуй сначала. Да, я пробую. В общем, этот коктейль какая-то вкуснотища со льдом и с ананасом, и с ромом. Вкус изумительный. Бармен время от времени звонит в колокольчик, я не знаю зачем. Что здесь хорошо, что можно купить один коктейльчик и провести целый день. А вот здесь вот пристань, сюда приезжают катера и катают по этому заливу. Куча людей. Здесь живая музыка. Такой дедуля зажигает на гитаре. Публика разная. Мы когда сюда зашли, уже ожидает
в очереди куча такси. Ожидает пущи клиентов пьяных. Танцы на песке. Молодые, пожилые все скачут. Там экран. Это очень популярный бар. Это душ, ножки помыть. Для тех, кто сидел за этими столиками. Вот есть такой душ. Мы идем на пристань. Ноги мочить мы не будем, да? Ты свое все перенесла на компьютер? Места уже недостаточно. Ты перенесла на компьютер? Нет. Это пристань ресторана «Джамайка». Вон, снимаем. Секрет. Вот. Secrets «Джамайка». Вот стоит катер на берегу залива. Какая красота. Там дальше сам ресторан. Столики на воде. Вот это вот столики на воде, лодочки. Чайки кричат, очень красиво. Вот это мы на пристани. Какая красота. Какое небо, какой вид обалденный. Там месяц светит. Секреты Джамайки. Да, можно приплыть на кораблике и пойти в барчик. И не платить $7 за вход. И зайти, как говорит мой муж, черного входа и не платить $7 за вход. Бар в форме корабля. Я показываю, как ребята работают. Сзади меня такое яркое авто. Там сидит диджей. Он черный, его не видно. Are there any cowboys? Oh,
Get out of control.